You're gonna look fine. Бас Франсино, Тонио Ортолано, Эна Баллестерос, Амиро, Пан Диас, Тиа де Сантьяго, Альваро Сервантес, Даниэл Холгуин, Виктор Элиас, Хавьер Коль, Андреа Рос при участии Хуана Риба и Фернандо Кайо. Композитор Даниэль Санчес де ла Эра. Сценарий Мануэль Вальдивия, Чус Валеха, Сезар Видаль Джил, Кари Фернандес. Автор идеи Чус Валеха. Режиссер Пабло Баррера. Алый мыс. 10-я серия. Подозрение. Привет, дорогая. Макс, спасибо, но не сейчас. Боско хочет, чтобы мы к нему присоединились. Сейчас? Его? Бунгало. Дай мне пару минут. Не торопись. Привет. Присаживайся. Я всегда думал, что в начале убийств было трое. Первый — доктор Росас, второй — убийца-педант, убивший его, чтобы не проболтаться, и третий... Третий — психопат. Что ты думаешь сейчас? Сейчас я думаю, что этот сеньор был прав. Я гений, черт побери. В прошлом было только два убийцы. И сейчас мы ищем человека, способного жестоко убить и изнасиловать, и хладнокровно и расчетливо спланировать смерть единственного свидетеля, который мог его заложить. Здорово, но мы понятия не имеем, кто он. Имеем. Уже имеем. Послушайте. Мы думаем, что это голос сержанта Рейса. Что? Да здравствует жандармерия. Вот почему вы так секретничали. Рейс? Но почему Рейс? Вы что-то узнали? То, что наш сержант подрабатывал, торгуя наркотиками, это только начало. Да, мы знаем, что он подделал протокол изъятия. Думаю, было не раньше 10. Нет, нет, не может быть. 21:30. Он изменил время конфискации наркотиков, так что у него было время напасть на Ракель. Чимо, ну хватит. Нет! А еще он несколько дней твердил про отпечатки пальцев на сумке. Про их отсутствие хочешь сказать? Почему убийца стирает отпечатки и все равно оставляет сумку там, чтобы мы ее нашли? Потому что Рейс оставил свои отпечатки, когда напал на нее, но сумка потерялась в лесу. Рейсу надо было всего лишь прийти на место раньше нас, когда сумку найдут. Это не мне, это легавым. Они точно справятся. Также у него была возможность убить и изнасиловать Вики. Он был в лесу, когда мы искали Ракель. Он должен был компенсировать неудачное нападение на Ракель предыдущей ночью. А когда в тростниках напали на Ким... Рейс появился из ниоткуда. Карла! Рейс! Ким стала для него новым разочарованием. И в тот день, когда у нас было собрание здесь, в бунгало, он увидел, как она гуляла одна по пляжу. Привет. Привет. Привет.
То есть вы хотите сказать, что 8 лет назад Рейс убил Аннабель и Исиар? Рейс и доктор Росас. Рейс тоже был на празднике и видел, как девушки танцуют. А почему он снова стал убивать? Единственное возможное объяснение – он классический психопат. Все это время этот тип утолял свои страсти, убивая собак. Но когда тела нашли, и Росас захотел сознаться, он убил его, инсценировав самоубийство. Но убив Росаса, он снова почувствовал, каково это лишать человека жизни. И до сих пор не может остановиться. Значит, этот жандарм бродит по округе и душит всех, напевая эту песню? Похоже на то. Только об этом пока никому ни слова. Нужно продолжить расследование в тайне. И первое, что нужно сделать, это сравнить голос и волос, который нашли на Ким, с ДНК Рейса. Договорились? Пришел. Только посмотри. Получится, говорю тебе. Ладно. Что нового? Скотланд-Ярд грозится прислать сыщика. Ты серьезно? Этого еще не хватало. Да, но ты не волнуйся, потому что мой шеф и его язык все уладили. Ты что, снова начал? Я бросил 9 лет назад. Но каждый день хотел выкурить одну. В ящике. Хорошо. Я каждый день хочу бросить, но в итоге выкуриваю по 10 таких. Что-нибудь известно о ДНК, волосы, которые мы нашли? Пока нет. Пока нет. Мы сравниваем его с... Ну, в общем, со всей базой данных сексуальных маньяков. Это работа полное дерьмо. Если этот убийца, которого мы ищем, не рецидивист, все это будет потерей времени. Знаешь, что бы я сделал? Выстрелил всех старше 14 лет с округи, и давай, открывай рот, возьму у тебя пробу. Этого делать нельзя. Я знаю, что нельзя, умник. Плевать я хотел на презумпцию невиновности и всю эту чепуху. Пойду гляну, какая муха укусила мэра. Записал. Плевать я хотел на презумпцию невиновности и всю эту чепуху. Да. Привет, Хуанхо. Это Тереза, мама Патриции. Извини, если побеспокоила. Не побеспокоила, Тереза. Я не разговаривал с Богом и ничего такого. Маркос рассказал мне, что произошло вчера с Патри. Прежде всего, спасибо за твое участие. Не стоит благодарности. Хуанхо, я не знала, что Патриция это так тяжело переживала. Мы с ее братом уверовали в то, что... Все это на девочку, это почти не повлияло. Да, но девочка ходит под себя каждый божий день. Патриция обозлена, Тереза. Поэтому она подралась. Но не будем больше придавать этому значения. Это проявление ее горя. Прости, я больше не могу говорить. Мне звонят. Я буду наблюдать за ней. Да, конечно. Спасибо, Хуанхо. Карла, мы хотели с тобой поговорить. О чем? О Рейсе. Он научил меня всему, что я знаю. Никогда меня не ущемлял и всегда много помогал. Он не любит говорить о своей личной жизни. Нет. Я знаю только, что он живет на своей лодке, что она пришвартована у младшего причала, что он любит рыбачить. Вы правда думаете, что он мог убить девушек?
Маркос, Маркос, пойдем в воду. Позже, мне везет. Ты же проигрываешь. Ты иди, а мы придем. Ладно. Что с тобой? Ну же, Люсия, Маркос, идите! Ты увидела мать? Ребята! Да. Как в детстве она играла со мной. Люсия! Иди! Люсия! Ланеис какой довольный. Возвращается в Мадрид к женушке. Не болтай, дай мне это. Держи. Сигары и карта памяти. Еще там записка компьютерщику. Я поговорил с лабораторией, чтобы они сделали анализ ДНК. Полное молчание, радар, а то я тебя знаю. Не хочу, чтобы Дель Торо узнал до того, как мы его прижмем. Ладно, ладно. Кое-чего не хватает, а билет? Счастливого пути. Счастливого пути, пока. Раз, два, раз, два. Черт. Убавь немного. Дель Торо сказала, они хорошие. Да, для Дель Торо хорошие. Вот куда поставить жучок коллеги? Типичные места он наверняка проверяет. Рейс не найдет ни одного жучка, он не знает, что мы его подозреваем. Так что ставь на лампу, и готово. Лампу, лампа — типичное место. Не знаю, на что этот тип тратит деньги от наркотиков, но не на уборщиц, это точно. Ты что, думаешь, что все такие же, как ты, со служанками, даже на выходных? И не трогай руками, а то он поймет, что мы здесь были. Кто же это говорит? Ты сам сейчас всю лампу залапаешь. Сейчас закончу и вытру. Навигационные карты. Макс, Боско, уносите ноги. Рейс едет. Уходим, уходим. Иду. Давай, давай, давай. Не торопи меня, а то я нервничаю. Быстрее, все на месте. Черт, твою мать, под кровать упал. Рейс в 200 метрах, слышите? Черт, ищи давай. Дай мне что-нибудь. Он уже здесь. Возьми что угодно. Сейчас. Нашел. Нашел. Куда вы делись? Неплохо поет. Заткнись, Макс. Если слышите меня, можете выходить. Рейс в душе. Завтра попросим его спеть для нас. Точно. Давай. Может провести кроссовки как издержки? Они мне стоили 190 евро. Кроссовки просто класс. Просто класс? Да, как у апельсинчика Наранхита. Много ты понимаешь. Кроссовки классные, к тому же ретро. Классные. Да ты знаешь, что такое классные кроссовки? А ты что такое кроссовки ретро? Да у тебя светофоры на ногах. Что? Думали, что такой деревенщина, как я, ничего не узнает, да? О чем ты? О чем я?
А Люси, это якобы свидетели. Зачем она здесь? Она что, типа медиума, который с мертвыми говорят? Нет, ни то, ни другое. Брось, Боско, ты не умеешь врать. Это невероятно, что такой элитный агент, как ты, такой методичный, такой рациональный. Это он убедил тебя своими выдумками? Это же для неграмотных жандармов, как я, которые дальше своего носа не видят и ни черта не понимают. Послушай. Слушаю. Люсия видит будущее жертв, когда смотрит на них. Она способна видеть их в момент смерти. И что, твою мать, это такой секрет, что ты и своей подруге не рассказывал? Плохо, парень. Плохо. В любом случае, вся информация, данная нам Люсией, не особо нам помогла, правда? Да, совсем не помогла. Значит, надо присануть ее немного, чтобы она назвала нам убийцу. Нет, убийцу она не видит. Видит только жертв. Ну, пусть хоть скажет тебе комбинацию лотереи. На этой неделе джекпот. Все очень вкусно, парни. Не за что. Это правда, Боско? Да. Макс, проследи за ним. Опять без ужина, вот черт. Люсия уже не так уверена. Надо защитить ее. Ева, ты заплатишь мне до конца месяца? Зачем тебе? И компенсацию? Что мне причитается? Черт. Ческа, это же я, Ева. Что с тобой? Я ухожу. И куда же ты пойдешь? Ева, ты что, не видишь? Я снова подсела. Дай мне то, что должна. Я больше не прошу. А что ты будешь делать, когда деньги закончатся? Пойдешь воровать? Будешь присмыкаться за чертову дозу? Я ведь знаю, каково это. И уверяю тебя, это худшее, что мне пришлось сделать в жизни. Ева, я всегда буду наркоманкой. Что ты говоришь? Ты слышишь? Мы уже раз слезли с иглы. И будем слезать столько, сколько надо. Хорошо? Кого еще несет в такое время? Так, Тересита, что ты здесь делаешь так поздно? Рейс. Вот это сюрприз. Я приехала поговорить. Я уезжаю из поселка. У одной моей подруги есть реабилитационная клиника в Севилье, и она предложила мне место. Пожалуйста, не уезжай. Ты много значил для меня. Посмотри, как романтично. Я должна начать с нуля. И в новом месте. Вернуться на юг, понимаешь?
Ни мои дети, ни я не заслужили, чтобы на нас показывали пальцем на улице. Люди все забывают. Да, Макс. Боско, угадай, кто приехал в гости к сержанту? Вдова доктора Росаса. Тереза? Что она там делает? У них роман, чувак. У Терезы и Рейса? Я тебе говорю. Глаз на мужиков у нее такой наметанный, что мама не горюй. В любом случае, звони. Похоже, это будет весело. Я устал. Я останусь. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Боско, ты спала с Боско, ведь так? Я не знаю, что сказать. Значит, спала. Черт, потому что не хотела оставаться с воспоминанием от нашего последнего разговора, если это можно назвать разговором. Послушай, я вел себя как придурок. Сказал то, что даже не думал и не чувствовал. Нет, нет, не нужно извиняться. Я чувствовала к тебе что-то большее. Это не так. Ну и Санта-Барбара. В эти дни, когда мы не виделись, я понял, что люблю тебя. Дай мне пару месяцев, и мы уедем вместе, куда хочешь. Мы можем начать вместе с нуля, хорошо? Но вместе. Молодец, сержант, давай, вот так. Я никому такого не говорил. Господи. Надо же. Отлично. По-моему, безумие продолжать тему с праздником в бунгало. Я знаю, решение уже было принято, но из провинции приезжает много людей. Мы не можем допустить еще одного несчастья. Полиция считает операцию по задержанию убийцы необходимой, и мы тоже будем там, обеспечивая безопасность. Никаких проблем быть не должно. Две девушки уже погибли, третья в больнице. Проведем мессу, цветочное подношение Христу и все. Сеньор мэр, убийца орудовал днем, ночью, в лесу, на пляже. По-твоему, если праздника не будет, наши дочери будут в большей безопасности? Пикассо, успокойся, не хочу. Маньяк продолжает убивать, пока эти сеньоры его не поймают. И если они верят, что могут поймать его на празднике, дадим им этот шанс. Инспектор, вы не думаете, что это опасно? Он от нас не убежит. Доброе утро. Привет. Папа, тебе незачем уходить. Слишком сладко для утра. Говорил Свир? Она сбрасывает звонки. Я послал e-mail, результат тот же. Она поняла, что у нас не все. Тяжелая ночь. Еще какая. Ночка удалась. Ческа, налей мне еще кофе, только покрепче. Будешь еще? Нет, спасибо. Да, Алехандро, с этого момента... Спасибо, Ческа. Один из нас всегда будет с твоей дочерью. В смысле? Что-то случилось? Нет, нет, из соображений безопасности. Каких еще соображений? Не волнуйся, все в порядке. Как я могу не волноваться? Thank you.
Пущу его подальше. Машин почти нет. Я знаю, что ты переспал с этой Евой. Анхела, если ты думаешь, что я что-то чувствую к ней, ты меня не услышала или не захотела услышать? Я прекрасно тебя поняла, я знаю. Мы можем быть счастливы вместе. Нет, Анхела, ты ошибаешься. Я тебя не отдам. Ни за что. На этой дороге мы слишком заметны. Когда ты выкинешь эту развалюху? Да пошел ты! Что ты будешь делать, если за тобой погонится полиция? Ну и что, что у меня развалюха? Ты же все равно жандарм, а не легавый. Поуважительнее к власти. Давай. Проходи, неряха. Первым делом ты должен продать наркотики Грека. Мне нужны бабки как можно быстрее. Если продам быстрее, получу меньше денег. Ты же знаешь, да? Да, но куш все равно будет большим. Когда закончим с этой партией, я выхожу. Я говорю серьезно, Хиро. Тебе придется искать другого партнера. Не шути так, Рейс. Ты играл когда-нибудь в блэкджек? Надо знать, когда остановиться, Хиро. Твою мать, пожадничаешь, окажешься в тюрьме. Ты отливать пошел? А ты что, так и не починил бачок, свинья? Нет, так что давай на улицу. Пусть проветрится. Черт, куда он подевался? Хрена ты здесь делаешь? Диспетчер, сержанту Рейсу. Диспетчер вызывает Рейса. Пришла обокрасть меня, стерва. Обокрасть пришла, да? Нет, клянусь, только за дозой. За дозой. Сейчас я дам тебе дозу. Ты слышала, с кем я говорил, да? Я ничего не скажу. Тихо, ты слышала, с кем я говорил? Это сержант Рейс. Сержант, у вас там нет медицинского заключения по Ракель, а то я его нигде не могу найти. Прием. Я ничего не скажу. Прошу, не делай мне ничего. Пожалуйста.
Нюхай. Нет, пожалуйста. Нюхай. Не любишь кокаин? Так вот, это чистейший. Давай. Чема, у меня нет с собой заключения. Из этой поездки ты не захочешь возвращаться. Давай-ка мы не будем лениться, Чема. И в следующий раз, прежде чем беспокоить меня, лучше искать, ясно? Простите, сержант, конец связи. Простите, твою мать! Что она здесь делает? Я бы тоже хотел это знать. Она пряталась в туалете. Ческа, она накачалась за наш счет. Ческа, очнись. Ческа, как она узнала, что здесь были наркотики? Кто еще знает это место? Только она. Она приносила мне еду, когда я скрывался. Ты идиот. Черт. У нее передоз. Помоги мне, быстро. Бери ее за ноги. Надо отвезти ее в больницу. Живо! Быстро! Незачем так спешить. Она умрет у нас на руках, кретин. Она слышала наш разговор. Она знает, что сейчас ты мой партнер, Рейс. Она не дышит. Рейс, подумай, что ты делаешь, твою мать? Что ты добьешься, отвезя ее в больницу? Заткнись! Что ты скажешь в больнице, твою мать? Рейс, Рейс, ты же все погубишь из-за этой чертовой наркоманки. Ческа, Ческа, очнись. Очнись, девочка. Очнись. Ну все, умерла. А кто ее убил, сукин сын? Кто ее убил? Рейс, Рейс, кто ее убил? Кто ее убил? Рейс, ты что? Видишь силосную башню? Да, пошли. Почему нам просто не выкинуть ее в переулке? Если ее найдут твои дружки легавые, они придут за тобой, и ты уже не отвертишься. Отстань от меня, я ее не трогал. Черт. Кладем. Что делать с героином? Как закончим с этим? Сбросишь его, как договорились. Черт, быстрее! Побежали! Побежали! Черт, это был Хиро. Пойдем, посмотрим, откуда они едут. Быстрее. Ну и ты.
Иди. Живо. Да. Этот бриз дает такой загар. Господи. Давай сюда. Давай. Держи здесь. Давай, тащи, тащи. Я не понимаю его, Ракель. Я с ним полгода. Привет. Не понимаю, почему он не обращает на меня внимания. Думаешь, я ему уже не нравлюсь? Чима? Когда ты мне скажешь, что было той ночью? Когда ты поправишься, ладно? Мне уже лучше. Уже несколько дней. Что я делала одна в ту ночь в часовне? После похорон Аннабель мы пошли ко мне домой, и у нас было это. Давай, быстрее, то сейчас мать придет. Не парься. Ну ты даешь, чувиха. Да иди ты. Дальше. Хотя я был злой на тебя, мы пошли за колесами вместе. Домой к Хиро. Они очень популярны, цена выросла, мажор. У нас все равно нет денег. Колеса я вам дарю. Он сказал, что отдаст их, если я с ним пересплю. Я был злой на тебя и сказал, что ты можешь делать все, что хочешь. Ты стала с ним флиртовать, и я ушел. Поэтому ты не пришел в часовню? Я был придурком, Ракель. Клянусь, я хотел увести тебя оттуда, но не смог. Я видел тебя с этой мразью и не смог пойти за тобой. Прошу, прости меня. Боско? Да. Сейчас звонил Чема из больницы. Ракель начала вспоминать события той ночи. И мы можем с ней поговорить? С кем? С Ракель. Она начала вспоминать. Врачи говорят, что это хороший знак, и она вспомнит все. Слава Богу. Только давайте ей не надоедать. Оставим ее в покое, и пусть она сама все вспомнит. Да, наконец-то хорошая новость. Точно. Да. Ческа снова подсела на иглу. Да. Я что-то замечал. Профессиональная деформация, знаешь ли. Она взяла все деньги из кассы и сбежала. Хочешь, я передам наверх, чтобы ее нашли? Нет, ты что, зачем? Это не поможет. Рано или поздно она вернется. Как всегда. Знаешь, в начале нашего знакомства мы все время ссорились. Постоянно. Да? Да. А потом,
Как сестры. Черт, это было лучшее время в моей жизни. Мы четверо всегда вместе. Ческо, Хиро, Руди и я. Ты очень любила Руди, да? Со временем вспоминаешь только хорошее. Думаю, когда это закончится, за что-то придется цепляться. Подонок. Да. Я хочу, чтобы она так и думала. Тогда используй для этого свою мать. Осторожно, а то упадешь. Рейс, Рейс, завтра праздник, а у тебя будет похмелье. Молодец, послушаем. Привет, Рейс. Реза, ты приедешь? Я тебя жду. Нет, я уезжаю. Я подумал, что вчера... Прощай. Я сожалею, парень, но она не приедет, так что сам знаешь. Подергал и спать. Хорошо? Ну и ночку ты мне устраиваешь. Ты же не на машине. Стоять, гражданская гвардия. Черт, был бы я жандармом, чтобы взять у тебя пробу на алкоголь, я бы тебе такое устроил, сукин сын. Ева. Нам нужна твоя помощь. Педро, который сегодня женился, сцепился с Кике Пастором. Они же кузены, да? Но Кике стал приставать к невесте. Они подрались в свадебном зале. Мы обрабатывали им раны, когда они снова начали.
Я тебе башку оторву, козел! Разбежался, придурок! Что здесь происходит? Тварь он, чувак, стискал сиськи моей жене. Ей понравилось. Хрена понравилось. Хватит. Карла, возьми трубку, ну же. Все, хватит, хватит. Да хватит уже! Ну же, Карла, где ты? Возьми трубку. Еще одно оскорбление, и я посажу вас в изолятор. Обоих. Твою мать. Что тебе нужно, Макс? Рэй из больницы, хотел предупредить. Черт, я не с Ракель. Я в травмопункте. Так, мчись сюда со всех ног, иначе придется вмешаться мне, и он поймет, что мы следим за ним. Давай, Карло, шевели задницей. Я уже здесь. Где ты была, черт возьми? Уходи! Будь осторожной. Я только хотел узнать, вспомнила ли ты еще что-нибудь? Пока нет. Что ты здесь делаешь, Рейс? А ты почему оставила свой пост? Я разнимала драку в травмопункте. Что ж, зарплату ты уже отработала. Ладно, иди домой, я посижу. Все равно я этой ночью не сомкну глаз и буду ворочаться сбоку на бок. Я лучше останусь. У меня тоже бессонница. Но все равно спасибо. Ладно. Постараюсь заснуть под телемагазины. Отдыхай, девочка. Если потрачу все деньги на карте, виновата будешь ты. Еще не протрезвел? Здесь же направо. Что случилось? Что? Что случилось, говорю? Ничего. Приехала составить тебе компанию. Ночная слежка — штука тяжелая. Переходи ко мне в машину. Давай. Ладно. Давай. Ты и я в моей машине, детка.
Но вы все не ехали, и я подумала, что они скоро... Ну, да? Что мы приедем? Да. Я наивная, да? Детка, ты же меня знаешь. Может, расскажешь? Нет. Нет? И что будем делать, шпионить за рейсом или займемся любовью? Ну, ты смотри, сегодня жандарм хочет тусить. Следует. Фильм озвучен по заказу телеагентства «Русский репортаж». Карлос Франсино, Антонио Ортолано, Елена Баллестерос, Кира Миро, Хуан Диас, Надия де Сантьяго, Альваро Сервантес, Даниэл Холгуин, Виктор Элиас, Хавьер Коль при участии Хуана Риба и Фернандо Кайо. Композитор Даниэль Санчес де ла Эра. Авторы сценария Мануэль Вальдивия, Цезар Видаль Джил, Чус Валеха, Пабло Баррера, Кари Фернандес. Авторы идеи Чус Валеха, Мануэль Вальдивия. Режиссер Пабло Баррера. Алый мыс. 11-я серия «Монстр, живущий в людях». Боско, помоги мне! Прости, мне было некуда идти. Черт, если я узнаю, что ты с этим легавым, я покончу с собой. Сейчас, подожди. Давай, обопрись на меня. Сможешь? Да. Давай. Черт, рана глубокая. Руди, кто это сделал? Это был грек? Если я не заплачу ему через сутки, я труп. Терпи. Осторожно. Терпи. Ева, рана плохо выглядит. Ему надо в больницу. В больницу? И что я скажу? Что я упал на нож, делая бутерброд? Черт.
Маркос, в чем дело? В саду какие-то люди. Пусть пишут, что хотят. Не выходи. Боско. Черт. Пошли. Осторожно. Тереза, нам нужна твоя помощь. У него ножевая рана, а в больницу ему нельзя. Но ему надо к хирургу, а я медсестра. Но швы ты ему точно наложишь лучше меня. Больше я ничего не могу. Огромное спасибо, Тереза. Аккуратно. Оставайся сколько хочешь, ты знаешь. Они придут за мной. Я должен уехать, милая. Спасибо, легавый. Парни. Доброе утро. Спасибо. Что было интересного ночью? Кроме случая в больнице, ничего. Но если ты хочешь знать все детали, здесь все записано, как тебе нравится. Что с тобой? А то, что я беспокоюсь за одну подругу и за подлянок, которые ей устраивают. Вот что со мной. Я недостоин Анхелы. Да, конечно. Мог бы не говорить. Ну и все тогда. Что Рей сделал потом? Слушал музыку. Ясно. Хорошо. А что творится с тобой, Боско? Ты что, не понимаешь, что не возьми мы это дело, ты бы уже был женат? И это было бы ошибкой. Боско. Анхела отличная девушка. Я так был рад, когда вы стали встречаться, правда? По тебе было хорошо видно. Было видно, что ты начинаешь приходить в себя после смерти Крис. Только сюда не впутывай, Крис. Она здесь ни при чем. Я думаю, при чем. Ты использовал Анхелу как спасательный круг. Я рад, что ты во всем разобрался. Но я абсолютно уверен, что не сделаю Анхелу счастливой. А эту хиппи сделаешь? Ты что, останешься здесь, в Аламысе, и будешь давать туристам уроки дайвинга? Слушаю, Дель Торо. Убийца придет на праздник. Это кто-то из местных. Это сложно, но не сомневайся в нас. Мы закроем это дело. Переведи, пожалуйста, на радара. Тебе Боско звонит. Он на взводе. Есть что-то по ДНК? Да, но ничего. ДНК жандарма не совпадает с волосом, который мы нашли на трупе англичанки. Ясно. А запись голоса? Результаты неубедительны.
Убийца настолько гортанный голос, что он может принадлежать любому. Тебе, мне, Максу, моей сестре, твоей. Все еще Боско? Слушай, я сейчас лично говорил с министром. Я повторил ему твои слова, что мы закроем дело. Я могу быть уверен? Да. Да. Мы приедем сегодня ближе к вечеру. До встречи. Пока, Рейс. То, что их ДНК не совпадают, его не исключает. Все указывает на него. Все. Не знаю, Макс. Не знаю. Не знаю. Внимание. Он тормозит. Да знаю, знаю. Я видел. Не останавливайся. Поезжай прямо. Черт, он с Терезой. Я говорил тебе, что через пару месяцев хочу уехать. Ты помнишь? О чем они, интересно, будут говорить? Так вот, я уезжаю сейчас. Сегодня, утром. Что случилось? Но прежде я хотел сказать тебе, что меня обвинят в страшных вещах. Но прошу, поверь мне, я никого не убивал. Правда, Тереза? Что ты говоришь? Я взяточник, продажный. Я зарабатывал деньги на торговле наркотиками. Пожалуйста, выслушай меня. Выслушай, прошу тебя. Я годами общаюсь со сбродом, зарабатывающим за день столько, сколько я за год. Я поддался, потому что хочу снять эту форму, взять свою яхту и жить по-настоящему. Это тебя не оправдывает. Я сказал тебе это, потому что люблю тебя. Очень люблю. И хочу, чтобы ты поплыла со мной на яхте. Что он ей там втирает? Она сейчас зарыдает. Через какое-то время, когда все уляжется, я хочу, чтобы ты присоединилась ко мне. Я буду ждать. Я буду ждать. Я люблю тебя. Не забывай это. Смотри, машина Хиро. Ну и в чем дело? Не знаю, может, у меня паранойя или еще что, но походу легавые из Мадрида начинают меня подозревать. Сходи к врачу, потому что у них нет ничего, чтобы связать тебя с бизнесом. Я говорю не о наркотиках, которые мы украли у Руди. Боюсь, они подозревают, что это я убил девушек. Да ты что? А это ты их убил? Слушай, ты знаешь, я жулик и продажный, но я и пальцем не трогал ни одну из этих девушек. И меня напрягает то, что ты подозреваешь меня. Сам, убив Ческу, я ей ничего не делал. Она сама передознулась. Сучонок. Я ни при чем, черт возьми. К тому же нам на руку, что она сдохла. Она знала о наших делах. Лучше всего было скормить ее рыбам.
Ладно. Ладно. Вот раз. Поговорим о делах, которые поправимы. Ты скинул товар, Руди? Остался килограмм. Я еще и цену сбросил. Я собираюсь сваливать. Но у меня сломана яхта, и мне нужны бабки, чтобы ее починить. Так что сбывай, что можешь, и вечером на празднике отдашь мою часть. Договорились? Хорошо, пошел работать. Да, Ихиро. Лучше никаких сотовых. Мой точно слушают. На, расслабься немного. Иди в задницу. До вечера. Вот сукин сын. Пристегни ремень. Что ты делаешь? Еду за ним. Или мы не будем его брать? Макс, подожди, остынь, Макс. Не могу я остыть. Он уже наш, уже наш. Мы знаем, что он придет на праздник, знаем. У нас есть его голос, он ничего не признал. Подожди, все это чушь, чувак, я знаю. И что-то не сходится. Не знаю, что именно, но потерпи. Хорошо, ладно? Все, он наш. Возьмем его этой ночью, и все. Алло, это Рейс. У меня сломался донный клапан, и я хотел отвезти вам сейчас лодку, чтобы вы его поменяли. 2 недели? Мне нужно как можно раньше. Я накину 100 сверху, если сделаешь за 1. Большое спасибо. Через 10 минут буду у вас. Привет, Тереза. А я как раз собирался в порт, чтобы починить свою посудину. Нет, не получается настроить. Ничего не понимаю. Ты никого не подпускаешь к себе. Но я знаю о тебе достаточно, чтобы понять, что ты не убийца. Спасибо. Но я не поеду с тобой. Ни сейчас и никогда. Потому что должна порвать со всем и сама начать с нуля. Понимаешь? Конечно, понимаю. Дай бинокль. За нами следят. Не оглядывайся, прошу тебя. Они там, на склоне, среди сосен. А сейчас, пожалуйста, иди к машине и не оглядывайся. Хорошо? Она плачет. Она плачет. Но это... Черт, он убегает. Давай, заводи, Макс. Поехали. Куда? Он знал, что мы его слушаем. Знал, что на яхте жучок. Все, что он сказал, было для нас. Поехали. Быстрее! Отвязывай веревки, давай! Ты умеешь этим управлять? Нет. А что мне делать? Отвязывай веревки! Держись! Черт! Вперед! Вперед! Держись крепче! Не уйдет. Твою мать. Ближе, Макс, ближе. Да. Осторожно.
Черт! Заводись, жену! Черт бы побрал эту боязнь воды! Дыши! Он жив? Рейс! Не знаю. Давай сюда. Давай! Боско! 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 Давай я, Макс. 6, 7, 8... Давай, очнись, Боско. Ну же. Боско. Хорошо. С возвращением, легавый. Ну все. Держи. Он мне теперь долго не понадобится. Вот так. Давай теперь тебя. Нет, меня не надо. Маркос, ну давай. Встань. Не щелкнешь нас? Конечно. Спасибо. Как дорога? Нормально. Извести Боско и Макса. Собери людей по координации операции. Вы сделали схему с размещением камер? Мы еще их не установили. Что? Это не займет много времени. Да. И чем же вы были заняты? Кремом на пляже натирались? Мне нужен Боско. Где он? Нет. Рейс ничего не сделал этим девушкам, потому что ту ночь он провел со мной. На празднике он заметил, что я поругалась с мужем. Мигель! Мигель! Пойдем домой. Оставь меня в покое. Эй, ты! Налей мне еще. И понял, что мне было плохо. Я была беременна. И увидела, как мой муж целуется с другой. Я чувствовала себя одинокой. Привет, Тереза, как дела? Хорошо. А я уже еду домой. Да. Тебя подвезти? Да, подвези, пожалуйста. Со мной тебя не оштрафуют. Тогда он предложил подвезти меня домой. Когда мы приехали, мы встали на веранде поговорить. Помнишь, до какого часа? Пока не услышали машину мужа, 5:05.
Это был мой муж с кем-то еще, кто их убил. И в тот момент он возвращался после этого. Вот такие дела. С той самой ночи мы с Терезой подружились. А примерно через год мы стали любовниками. Дель Торо. Нас, наверное, ищут. Один не берет. Так, а другой? Ну-ка. Ни один не отвечает. Нет, это невероятно. Дай-ка я позвоню. Анхела, извини. Где может быть Боско? Его нигде нет, это важно. А вы кто? Алехандро Кастро. Отец свидетельницы. Извините, комиссар Дель Торо, я приехал, чтобы возглавить операцию. Скажите, ваша дочь Люсия вспомнила что-то еще? Нет, нет, это по поводу праздника. Я не уверен, что моя дочь должна на нем быть. Зачем вашей дочери быть на празднике? Ее попросил Боско, на случай, если у нее будут эти видения. А у Люсии бывают видения? Мы знаем, что ты подделал протокол с героином, чтобы убедить нас, что и Херо, и ты были на пляже в тот момент, когда на Ракель напали в часовне. Да. Именно поэтому вы начали подозревать меня. Кто же заметил, что я изменил время? Карла? Да, это она. Зачем ты устроил Херо алиби? Той ночью мы с ним договорились встретиться, чтобы ограбить одних типов. Но все едва не сорвалось, потому что дебил Херо опоздал. Шевелись, а то они уйдут. Когда стало известно, что Ракель исчезла, Херо признался мне, что в тот вечер она переспала с ним в обмен на колеса. Я ему поверил и помог ему с алиби. И не только это. У этого дебила осталась моя зажигалка, которую он подарил девчонке. Идиот. Если бы нашли ее в сумке, я бы превратился в обвиняемого. Поэтому, когда сумка нашлась, я устроил так, чтобы остаться одному и... Есть, сержант. Забрать зажигалку, колеса и стереть отпечатки. Ты слишком уверен в невиновности Херо? Вначале я сомневался, но Херо был в тюрьме, когда умер Росас, и потом тоже, когда убили Ким. Так что Херо не психопат. А Ческа? Что случилось с Ческой? Сержант, что случилось с ней? Эта девушка была больна. Из-за Херо. Она узнала, где мы прятали героин. Херо поймал ее, когда она пыталась нас обокрасть. Думаю, это он ее заставил. На лодке ты пытался его расколоть. Я знал, что вы меня слушали, и решил подать его вам на блюдечке. Так что можете его арестовывать. И труп. Где труп Чески? В заливе. В сейфе в моем кабинете я вам оставил бумажку с координатами. Херо болван. Придурок. А я вор, но не более. Сожалею, но где-то на свободе все еще ходит чокнутый ублюдок, который продолжит убивать. Сеньор сержант, вас ждут в бунгало. Наши все уже там. Да, и ваш шеф вас ищет. У нас есть задержанные в изоляторе? Нет. Слава богу.
ты делаешь? Это может подождать. Через полчаса Веселый мыс будет знать, что ты арестован. Хиро узнает и не придет на праздник. Подожди. Тихо. Так что ты придешь на встречу и нам поможешь. Я вам совершенно ни к чему. Сегодня, 8 лет назад, исчезли Сиара и Аннабель. Ты занимался этим делом больше всех. Если нам повезет, и мы поймаем виновного, ты заслуживаешь быть при этом. Какого черта сейчас ничего не видно? Подожди. Если кабели не подключить, работать не будет. Вот так. Боско! Он сегодня довольный. Где ты пропадаешь? Комиссар, как дела? Сержант Рейс. Вот это да. Лично я хотел с вами познакомиться, чтобы поблагодарить за ваше содействие и профессионализм. Коррумпированный насквозь, но большой профессионал. Важно, конечно, чтобы никто ничего не знал, даже мои люди. Когда я увижу, что Хиро пришел на танцы, я отведу его в удаленное место, куда скажете, чтобы вы задержали его спокойно, без лишнего шума. Я приду безоружным, и как только вы его возьмете, я сдаюсь и на казенные харчи. Вы не оставите нас одних. Что с тобой творится, Боско? Ты ведешь это дело черт знает как. Сначала в подозреваемых хиппи, потом врач, потом наркоторговец, а получается, ты расследуешь жандарма за моей спиной. Вся твоя команда работает тайком, просит анализы ДНК без моего ведома, ставит жучки без судебного ордера. Кем, черт возьми, ты себя возомнил? Есть что-то еще, что я должен знать? Скажи, Боско, какой еще сюрприз ты мне приготовил? Да, и что там с этой Люсией? Ты теперь еще и в ведьм веришь? Боско, что с тобой? По-твоему, соплячка с галлюцинациями найдет тебе убийцу? В ней что-то есть. Твою мать! Значит, план на вечер такой. Дать ей возможность потанцевать, пока ее не заглючит, и она не назовет нам психопата. Ладно, хорошо. Я понимаю, что расследование шло все хуже и хуже. Я знаю Дель Торо, но у нас есть голос этого типа. Мы знаем, что он поет как ритуал каждый раз, когда он нападает на девушек. Мы спровоцируем его и посмотрим, что будет. Уже на час опаздывает. Пунктуальность не его сильная черта. Мой последний бокал надолго вперед. Знаешь, я впервые посажу в тюрьму того, кто мне нравится. Легавый, обещаю, что буду часто вспоминать о тебе. Особенно, когда в тюремном душе у меня будет выскальзывать мыло. Радар, слышишь меня? Да что с этой штукой? Этот наушник, радар?
Как игрушка, и к тому же нас выдает. Радар. Боско вызывает. Радар, твою мать. Прости, прости, Боско, я весь внимание. Так. Люсия, под контролем? Да, не волнуйся, я сообщу, если что. Смотри, а то я тебя знаю. Ладно, зануда. А ты правда веришь в эти видения? Да. Теперь уже да. Сегодня точно что-то случится, и она это видела. Только в этот раз мы готовы. Похоже, что народ наконец оживился. Похоже на то. Надеюсь, что не напрасно. Посмотрим. Сеньор сержант, ничего нового. Раскрой глаза пошире, никому не верь. Им может быть кто угодно, даже ты сам. Я? Да нет, Чема, нет. Это же шутка, черт возьми. Когда уже ты начнешь включать голову? Я имею в виду, это может быть псих, сам не осознающий, что делает. Иди, работай. Вы так думаете? Что он псих с раздвоением личности, типа того? Мы не имеем четкого представления о его профиле. А я надеюсь, что нет. Потому что меня не устроит, если он окажется просто психом и его запрут в дурдоме. Что это за наказание? Он должен знать, что натворил, и страдать. Вот наказание, которое он заслужил. Пусть гниет всю свою жизнь от вины за то, что он сделал. Ладно, удачи. Удачи. Спасибо. На, оставь ее себе. Схожу, прогуляюсь. Херо вот-вот придет. Да, если он не свалил с деньгами. Красотка! Ричи. Вот это удача. У меня есть план. У тебя, может, есть, у меня точно нет. Ты куда? Слушай, может, замутим? Не сегодня. Тем более с таким пьяным. Боско? Да. Что насчет Рейса? Ничего. Как? Вчера ночью в больницу мне звонил Макс. Все нормально. Все нормально, Карла. Прости. Мы ошиблись насчет Рейса. Пойдем на пляж. Ричи, отстань уже. Замутит. Я тебе сейчас замучу, придурок. А кто это? Нет, вон там, слева, за льдом. Ева, Ева. Боско, я сейчас не могу. Это очень важно. Что? Я должен тебе это сказать. Об этом станет известно завтра, но ты должна знать. Это о Ческе. Ты видишь этого Хиро? Нет? Черт, некоторые уже уходят. Ева, я... Когда мы найдем ее тело, я уеду из Алого мыса. Наверняка завтра. Я плохо сделал свою работу, и на меня откроют дело. А во главе расследования поставят другого. Ты завтра уедешь?
Если только ты... Что? Я остался бы только из-за тебя. Из-за тебя. Я сыт по горло от такой жизни. Мне уже тошнит. И это говорит тот, кто ненавидит пляж, песок, солнце, кемпинг. Ева, я говорю серьезно. Боско. Боско, черт возьми. Тебе нужны преступления. Ты полицейский. Всего неделю здесь, и ты умрешь от скуки. А что нужно тебе? Забыться. Впусти меня в свою жизнь, пожалуйста. Прошу тебя. Боско. 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 Меня вызывают. На связи. Забудем о Херо. Начинаем концерт. Дель Торо, послушай. Надо подождать, пока не арестуем Херо. Я больше не жду. Предупреди музыкантов. Нет, нет, послушай. Это приказ. Все нормально. Если я увижу Херо, я не подойду к нему, пока вы не скажете. Боско, ты готов? А сейчас одна особенная песня для одной особенной девушки. Прекрасной будешь ты, когда наш танец начнется. И твой силуэт очертится в неоне. Руки твои станут, словно розы в лесу. Внимательно, ребята. У нас всего 3 минуты. Хорошо? Посмотрим на этого вблизи. Боско. Боско. Боско, ты видишь? Боско, видишь что-нибудь? Эй, центр. Соберись. Алген? Ну что? Чимо, посмотри на них. Да забей, сегодня последний день каникул. Ты шалава, чувиха. Вир. А ты кобель. Прости, но... Что прости? Иди ты в задницу. Да отстань от них уже. Эй, Люция. Люсия. Не волнуйся. Боско, видишь блондина в фиолетовой футболке? Да, я его видел. По-моему, хороший кандидат. Вер, Вер, да подожди ты минутку. Не ходи за мной, сосунок. Thank you.
Боско, начинаем. Бери бутылку. Это Рейс. Я сейчас видел Хиро. Он у барной стойки. Нет. Черт. Вот дерьмо. Рейс, пока я не скажу, к нему не приближайся. Вот это Хиро. Это Хиро? Да. Пошли на рыбалку. Ну давай, давай, давай. Смелей. Решайся. Давай, давай, давай. Вот так. Не думай. Давай, красавчик. Давай, давай, меня не проведешь. Так. Есть. Боско, он твой. Давай. Иду за ним. Папа, я хочу домой. Пошли. Тебе плохо? Да. Я иду первым, ладно? Маркос, вам. Пошли, Маркос. Боско. Люсии стало плохо. Я веду ее в бунгало. Черт, у нее было видение с Анхелой? Нет, нет. Думаю, что нет. Продолжаем, Макс. Боско, слишком не приближайся. Брать будем, когда убедимся, что он готов напасть. Все, стой. Комиссар, я не знаю, видел ли меня Хиро. Он идет ко мне. Когда наш танец начнется, и твой силуэт очертится в неоне. Хиро уходит, он шел ко мне, но передумал. Ну и пусть уходит. Черт возьми. Анхела, он идет. Идет, идет, идет. Ближе, ближе. Давай, давай. Стоять!
Твою мать! Ты в порядке? Да. Обдолбыш чертов. Поздравляю, Боско. Освежись, может, пройдет. Боско, я потерял Рейс и Хиро. Думаю, Рейс вытащил наушник. Я его не нахожу. Что значит не находишь, Макс? А для чего нам столько камер? Я их не вижу. Куда они подевались? Ищи Рейса. Прости. Черт, Тима, как ты напугал? Это я. Прости меня. Ты в порядке? Да. Я не хотел оставлять тебя одну. Я тебя провожу. Отстань от меня, пожалуйста. Успокойся. Тихо. Это я. Убить хотят меня! Надо же! Боско, Рейс! Где Рейс? Я не вижу его! Черт! Я тоже хотел тебя видеть! Меня ты не убьешь, как Росаса! Так, есть у туалета. Что он там делает? Да, я убил одну, потому что ты меня заставил. Ты псих, урод. Боско! Боско! К туалету, быстро. Он с Хиро. И что теперь? Ты свихнулся и стал убивать одну за другой? Боско! Боско! Хиро достал нож. Бегом! Быстрее! Быстрее! Хиро, опусти нож. Нет. Хиро, тихо. Опусти, тихо. Спокойно. Спокойно, давай поговорим. Ладно. Нет! Рейс! Рейс! Скорую помощь, быстро! Рейс! Рейс, смотри на меня! Смотри на меня! Смотри на меня, держись! Смотри на меня, прижми здесь! Прижми здесь, быстрее, Макс, на парковку, быстро! Жми крепче, Анхела, жми, жми! Не отпускай! Давай, давай! Где скорость, черт возьми? Нет, нет, не отпускай, не отпускай! Давай, давай, нет! 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 Назад, или я тебя порежу.
Херо, стой! Херо! Стоять! Херо! Херо, я убью тебя! Убью тебя! Херо, ну, будь мужиком, Херо. Не дрейфь. Будь мужиком. Будь мужиком, в конце концов, иди ко мне, давай. Ну же. Будь мужиком. Смотри, Херо. Смотри, Херо. Мразь. Макс! Макс! Макс, оставь его! Гнида, убью тебя, тварь! Оставь его! Что случилось? Открывай чертову дверь. Давай. Ты у меня сгниешь, мразь. Этого допросить как можно быстрее. Боско. Боско. У Люсии было видение. Говорит, что убийца охотится на нее. Отец хочет увести ее из бунгало немедленно. Пошли. Следует. Фильм озвучен по заказу телеагентства «Русский репортаж». Карлос Франсино, Антонио Ортолано, Елена Баллестерос, Кира Миро, Хуан Диас, Надия де Сантьяго, Альваро Сервантес, Даниэль Холгуэн, Хавьер Коль, Виктор Элиас, Андреа Рос при участии Хуана Рибо и Фернандо Кайо. Композитор Даниэль Санчес де ла Эра. Авторы сценария Мануэль Вальдивия, Сезар Видаль Джил, Кари Фернандес, Пабло Баррера, Чус Валехо. Автор идеи Мануэль Вальдивия. Режиссер Пабло Баррера. Алый мыс. 12-я серия. Проклятие конца света. В общем, так. Я нашел нож на земле и взял его. Это нож для резки хамона. Вы что, серьезно, что Рейса замочили? Не думал, что это произойдет. Хватит дурачиться. У нас есть запись убийства. Да? Меня на это не купишь. Мы все о тебе знаем. То, что ты сделал с Ческой. Ческа? С Ческой?
О твоих делишках с Рейсом? Да ладно. Хотел дать ему всего 25 тысяч евро за 2 килограмма героина? Хорош партнер. Мы за вами следили, знали, где вы прячете наркотики. Рейс и ты, и у нас все записано, все. Почему ты его убил? Я ничего не сделал, начальник, клянусь вам. Я просто нашел нож на земле и взял его. Вот и все. Когда ты понял, что он собирается тебя сдать? Он сам сказал? Поэтому ты и убил его, да? Этого ублюдка-стукача я убил бы еще 1000 раз. Мама, я в участке с Люси и ее отцом. Почему? Она немного нервничает и будет ночевать здесь. Я останусь с ними, ладно? Но почему? Что случилось? На празднике в бунгало. Убили Рейса. Что? Я не совсем знаю, как это произошло. Мама? Мама, завтра увидимся, ладно? Ладно. Пока. Чема, отведи его в камеру. Пошли. Пошли. Прошу прощения. Что здесь делает твоя ясновидящая? Ты слышишь? Боско, ты рехнулся. Хуже мы не могли сработать. Какого черта нужно было столько упираться с делишками Рейса и этой мрази? Смотри, что мы добились. Кто теперь будет отвечать за все это? Я с себя ответственности не снимаю, но виноват и ты. Рейс не был бы мертв, если бы ты не поторопился. Мы бросили его одного, черт возьми. Все, хватит. Ты отстранен от дела. Слушай. Что? Хочу тебе кое-что показать. Смотри. Боско. Смотри. Значит так. Здесь, похоже, Хиро увидел Рейса и идет прямо к нему. Рейс незаметно отворачивается. И вдруг... Смотри. Хиро останавливается. Да. Он как будто передумал, так? И уходит, не вступив в контакт с Рейсом. Почему? Что заставило его передумать? Мы не знаем, как они действуют. Это может и не случиться. Но это случилось. Со всеми девушками из видений. С тобой ничего не случится. Стой. Подожди. Останови. Да, перемотай немного. Вон, видишь? Чья там тень?
Там кто-то еще. Херо смотрит на него. И тень исчезает. Есть, пошли. Если вы пришли мне отсосать, то по очереди, пожалуйста. С кем ты был у туалетов? Ни с кем. Ты с кем-то говорил, когда появился Рейес. О чем вы говорили? Ты бредишь. Поэтому ты его убил? Он услышал, что не должен был. Я замочил жандарма за то, что он сдал меня. И больше я ничего не скажу. Гуляй. Тень, вот. Тень вот здесь. Это лишь предположение. Но мы всегда считали, что Херо как-то связан с убийствами этих девушек. Здесь он явно говорит с одним из убийц, когда их Рейс застает. А может, он просто говорил с другим наркоманом? Это может быть сведением счетов. У Херо не было выхода, как признать убийство Рейса. А вот убийство и изнасилование девушек он брать на себя не хочет. Это хороший след Дель Торо. А у вас есть догадки, кто им может быть? Мы хотели посмотреть записи с видеокамер на случай, если Херо говорил с кем-то на празднике, прежде чем пойти в туалет. Хорошо, давайте. Привет, Карло. Привет, Тереза. Тереза. Патриция, сходи, поиграй немного с Карлой. Пойдем, Патри, да. Что ты здесь делаешь? Тело Рейса все еще здесь? Да. Нужно сделать вскрытие. Я могу увидеть его? Твой сын здесь. Да, я знаю. Пойдем. Что ты здесь делаешь? Потом поговорим. Твою мать! Что-то увидел? Иди быстрее. Смотри внимательно. Он говорит с кем-то, сам собой? У меня паранойя? Скажи что-нибудь. Смотри. Может, нет. Что ты думаешь? Говорит с кем-то. Уверена? Да. Или сам собой? Может быть, с парнем за этим толстяком? Неси скорее другую камеру. Люсия. Люсия. Мне нужно выйти на минутку. А где папа? Пошел что-то делать с вашими билетами на самолет. Скоро придет. Не оставляй меня одну. Ты не одна. Мне нужно сделать кое-что важное.
Камера 3. Ну уже, пожалуйста. Здесь ты от меня не улизнешь, гад. Так, здесь. Здесь нет. Чуть вперед. Так, сюда. Сюда. Вот так. Ладно, мам, нас уже ждут. Я пошла, ладно? Пока. Привет, ребята. Привет, как дела? Хорошо, все нормально. Привет. Увидимся. Ты с ним встречалась? Маркос. Как ты могла сделать такое отцу? Твое представление об отце ошибочно. Он был болен. В клинике он делал с пациентами такие вещи. Что ты говоришь? Ты должен это знать. Я переживала все это время, потому что хотела заблуждаться, как и ты. Но это ошибка. Отец не был убийцей. Ты должен принять это со мной. Вдвоем мы это преодолеем. Вместе. Оставь меня. Прошу тебя. Оставь меня. Пойдем, мама. Ну пойдем, уже начинается. Пойдем. Расскажи нам, что произошло у туалета. Сам расскажи, если такой умный. Мы знаем, кто он. Пикассо. Это же отец одной из жертв. Да, Вики. Ты уверен, что он был у туалета? Да. Смотрите. Они о чем-то говорят, потом Пикассо идет туда и покидает картинку. Херо останавливается и идет вслед за Пикассо. А знаете, куда они идут? По этому маршруту? В туалет. Как Пикассо может быть убийцей? Посмотрите другую камеру. Это момент, когда Пикассо начинает слышать песню. Для одной особенной девушки. Прекрасный будешь ты, когда начнется наш танец. По-моему, это лицо психопата. Плоть Христова. 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 Нет. Уже нет. Что-то вы задержались. Рауль Пикассо. Вы арестованы за изнасилование и многочисленные убийства. Следуйте за нами. Что ты натворил, Пикассо?
Так это ты, убийца! Убийца! Так это ты! Прости меня, парень. Прости меня. Ублюдок! Убийца! Алый мыс, 14 сентября. Показания по собственному желанию дает Рауль Пикассо Солана. Присутствует комиссар Хосе Мария Дель Торо, старший инспектор Боско Руис и инспектор Макс Вилла. Не знаю, с чего начать. Санабель и Исиар. Исиар и Анабель, да. Я видел, как они дурачатся всю ночь со всеми. Тогда я встретил Росаса. Он напоминал куклу с широко раскрытыми глазами. Я втянул его. Черт, прости, прости, я просто загляделся на эту сладкую парочку. Ничего страшного. Да, я втянул его. Хотел посмеяться над ним немного. Видал этих шлюшечек? Что? Этих двух. А, ну да. Что за похоронное лицо? Черт, мы же на празднике, надо развлекаться. Да-да, на празднике, на празднике. У тебя что-нибудь есть? Я знал его слабости. Что он очень любит все порочное. Херо, надо же. Знаешь доктора? Я и мой геморрой. Есть что-нибудь для нас? Для тебя? Крылышки мухи. Эй, смотрите, кто сюда идет? Посмотрите. Посмотри на это. Прекрасный будешь ты, когда наш танец начнется. Прекрасный будешь ты. Думаю, мы почувствовали себя детьми. Нам захотелось подурачиться. Потому что нам правда захотелось подурачиться. Прекрасный будешь ты, когда наш танец начнется. Прекрасный будешь ты, когда наш танец начнется. Мы постоянно напевали эту абсурдную песню, которая играла на празднике всю ту чертову ночь. Привет, красотка. Ты не окажешь услугу моему другу? Что? Он что-то грустный. Видишь? Поцелуй его. Совсем, что ли? Он же чефяк и приставучий. Не смейся надо мной. Да ладно тебе. Взбодрись. Нет, нет. Да глотни ты. Нет. Я ничего не хочу. Нет. Я сказал пей. Пей.
Видишь? Намного лучше. Ты первый. Давай. Ну же! Нет, нет! Пожалуйста! Тихо ты! Нет! Не дергайся! Черт! Не можешь, дай мне. Дай бутылку. Пей давай. Что? Уже не смешно? Не смешно уже? Да? И мне нравилось. Мне нравилось видеть ее. Нравилось видеть, как она извивается. Я просто смотрел на нее, смотрел на выражение лица Исиар, пока Росас... Пока Росас... А потом, как во сне, все прервалось. Прервалось, потому что Исиар перестала двигаться. Исиар! Исиар! Исиар, где ты? Нужно ее найти. Она дочь лавочника. Да ты что, дочь Мартина? Да, пошли. Я сказал Хиро. И сказал Росасу. Я сказал, шевелитесь, мать вашу. Пошли за ней. Она визжала, увидев, что мы приближаемся, стала визжать. Назад дороги нет. От этого не отмажется никто. Поэтому всем молчать. Хиро, 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 заткнись. Нет. Нет, Хиро. Нет, нет. Нет, нет, Пикассо. Я нет. Там на пляже был не я. Я же сказал, не отмажется никто. Давай. Давай же, твою мать. Мне пришлось это сделать. Другого выхода не было. Теперь... Я сказал им... Чтобы они сходили за лопатами, что их нужно похоронить, что нужно торопиться, что нас могли раскрыть. Люси, в то время было не больше 6 или 7 лет. Поверить не могу, что она следила за нами в лесу. Как их нашли, черт возьми? Расскажите о Росасе. Вы виновны в его смерти.
Виновен? Виновен был он сам. Маркос, сынок, я хотел с тобой поговорить. Мне очень жаль, Маркос. Прости, сынок, прости. Что ты намерен делать? Той ночью это был не я. Я сдамся. Я посмотрел на него и увидел ничтожество, которое покончит с моей жизнью. И тогда... Кель, Кимберли, ваша дочь Вики. Зачем этот скачок? Я виноват. Я единственный виновник. Я их убил. Я убил этих дочек. Я виноват. Пикассо, успокойся. Дыши. Дайте ему воды, воды. Я виноват, я их убил. Значит, все кончено? Да, все кончено. Но у нас еще много работы. Как только дело уйдет к судье, нам придется воссоздать все события дела. Надеюсь, что для вас, для тебя, все кончено. Мы уезжаем, как только заберем наши вещи из бунгало. Большое спасибо, Люсия. Боско, Боско, Пикассо. На помощь! Черт! На помощь, помогите! Быстрее! Кто-нибудь! Оставьте его! Пусть он подохнет! Убийца гребаный! Дайте ему сдохнуть! Заткнись! Внутрь! Что на самом деле связывало Херо и Рейса? Они продавали наркотики? Боско убедил нашего шефа.
Официальная версия будет гласить, что Рейс был внедрен, чтобы добыть информацию о преступлениях. Что ты делаешь? Обними меня. Обними меня. Я буду по тебе скучать. Я тоже. Почему ты не спрашивал меня, зачем я это сделала? Что? Почему я выпила мамины таблетки? Почему хотела умереть? Если бы я был с тобой... Я обвинила тебя в том, что случилось с мамой, но это не ты. Это я. За день до того, как ты приехал из Нью-Йорка, я сильно поссорилась с мамой. Она сделала последнюю попытку убедить меня не уезжать с тобой. Она не хотела оставаться одна. А я кричала на нее. Сильно. Сказала ей, что она эгоистка. И что я хочу уехать с тобой. И поэтому она... Это моя вина, папа. Нет, милая. Мама была больна. Я не знала, что так будет. Никто не мог это знать. Никто. Почему же я ее вижу? Почему? Она заботится о тебе. Я люблю тебя, папа. Я люблю тебя. Я тебя тоже, дочка. Наверное, Маркус. Привет. Привет. Я принес тебе эту фотку. На память. Я попросила у Дель Торо перевод. Нет. Я уеду сам. Нет, послушай, это нечестно, и ты это знаешь. Анхела, ты не заслуживаешь такого наказания. Это не твоя вина. Ты что-то увидел? Фотография 8-летней давности. Видишь, ты у меня будешь очень красивой. Правда? Отлично. А теперь... загорать. Вот так. Красавица. С вами всеми радикальная перемена.
Слушай, я тебя не поблагодарил, и, конечно, я хочу, чтобы ты закрыл дело. Ладно, мне надо с ним поговорить. Он сейчас под действием транквилизаторов. Пикассо, Пикассо, смотри на меня, смотри на меня. Ты убил свою дочь, ты убил. Это моя вина. Да, знаю, знаю, что ты виноват, но ты ее не убивал, правда? Ведь так, Пикассо, ну же, скажи. Это был гнев Божий. За мои грехи. Я ждала тебя. В часовне. Потом поставила бутылку на камень. А потом она исчезла. Люсия была той ночью в лесу и видела все, но была не одна. Был еще один свидетель, который видел то, что сделали с девушками. И сейчас их имитируют. Именно он следует тому же ритуалу. Анхела, позвони в управление, пусть сравнят ДНК, найденного на Ким с волосом Россоса. Но Россос же мертв. Позвони. Алехандро, вы уже покинули Алый мыс? Я пока еще в бунгало. А Люсия с тобой? Нет, она вышла. Что-то случилось? Она с Маркосом, да? Да, хотят попрощаться наедине. А куда они пошли? Что такое, Патри? Мама! Мама, почему Маркос сделал больно Ринго? Почему? Почему? Алло? Тереза, Маркос и Люсия дома? Нет. Мой сын сделал что-то не так? Маркоса. Чимо, да брось. Нет, Маркос, не может быть. Это он. Это он гнался за мной. Да, Анхела. Боско, ДНК волоса, он принадлежит сыну Россоса. Мы, наверное, больше никогда не увидимся. Ты быстро найдешь новых друзей. А у тебя есть Вир? Нет. Это кончено. И если через год я еще буду тебя любить, я вернусь сюда. Обязательно, Маркос. Нам надо идти. Твой отец торопился уехать. Thank you.
Что такое, Маркос? Там что-то есть. Нет, пожалуйста. Нет! Нет! Маркос, пожалуйста, не делай мне больно. Маркос, нет! Оставь меня, пожалуйста. Мама! 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 Проклятие! Далеко ли пойдет проклятие? До конца света! Далеко ли пойдет проклятие? До конца света! Далеко! Проклятие! Далеко ли пойдет проклятие? Далеко ли? Маркос. Маркос. До конца света. Что? Что я... Что я делаю? Что я делаю? Смотри, как клево. Вот этот похож на... Давай, пей. Что, уже не смешно? Пей! Давай, пей! Что он делает? Не смешно уже? Да? Стой, стой, подожди! Мы не можем пройти без пароля. Далеко ли? Там на пляже был не я. Я не знаю, что со мной случилось. Я же сказал, не отмажется никто. Давай, твою мать! Это был я? Тимо. Тимо, да брось. Нет. Нет. Я не мог это сделать. Я не мог это сделать.
Я не мог это сделать. Люсия! Маркос! Он ее убьет! Он ее убьет! Это был не я. Это был не я. Люсия. Люсия, пойдем. Пойдем. Люсия. Люсия. Пойдем. Простите, разрешите, пожалуйста. Я искал тебя. Уже уезжаете? Да. Но я хочу вернуться, Ева. Я хочу вернуться. И как можно скорее. И быть рядом с тобой всегда. Удачи!
Я вернусь. Не хочу!